Всем привет! Сегодня я готовлю легкий оригинальный салат с пикантным вкусом, с авокадо и печенью трески. Для его приготовления я беру авокадо средних размеров, зрелый, но не очень мягкий, с тем, чтобы не разлезся в салате. Небольшую баночку печени трески, один маринованный огурец, немного сока лимона. Заправлять буду оливковым маслом, и можно взять красный лук или зеленый лук. Огурец нарезаю вот такими вот тоненькими четвертинками и отправляю в емкость. Сюда же добавляю нарезанный зеленый лук, авокадо разрезаю пополам, освобождаю от косточки и от кожицы. Воспользуюсь ложкой и вот так вот просто вынимаю мякоть. Нарезаю тоже небольшими кусочками авокадо на кубики. Отправляем с другим ингредиентом и нарезаем теперь печень трески. Масло я слила, а печень нарежу тоже небольшими кусочками, по типу авокадо, такими кубиками. И отправляю теперь тоже в емкость. Сюда выжимаем приблизительно столовую ложку сока лимона. Аккуратно перемешиваем. По вкусу соли мы добавляем перец. Сейчас поперчим. И когда будем солить, учитывайте, что огурцы у нас тоже уже соленые. Поэтому присолю совсем немного и заправляю оливковым маслом. Здесь уже кто сколько любит. Я сильно не буду мастить. Перемешиваем. Салат готов. Он достаточно, вы видите, быстро готовится и очень полезный, потому что все компоненты, которые здесь присутствуют, они полезны. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!